Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Те из вас, кто в начале года смотрел большое интервью генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Юницкого, уже знают из первоисточника, что чем ближе 15 этап развития нашего проекта, тем меньшее значение придается в нем текущим новостям, ибо в приоритете другие события. Поэтому мы отходим от еженедельного выпуска по пятницам, впредь придерживаясь более свободного графика. Из первого выпуска в этом новом 2020 году вы узнаете о работе сотрудников компании-разработчика технологий струнного транспорта Юницкого по расширению международного сотрудничества, о ходе работ по строительству инновационного центра Skyway в Эмирате Шарджа. Кроме того, мы в очередной раз совершим краткий экскурс в историю Skyway. А теперь обо всем этом подробнее. На днях закрытое акционерное общество струнной технологии вновь посетила группа специалистов австрийской компании Фестальпины. Напомню, что предыдущий их визит состоялся осенью прошлого года, во время которого коллеги из Австрии ознакомились с представленными в экотехнопарке типами путевых структур, что им позволило более точно понять высокие требования закрытого акционерного общества струнной технологии к поставляемому металлопрокату. После чего стороны определились с потенциальными направлениями совместного сотрудничества и взаимными условиями. В настоящий момент уже возникли возможности для развития партнерства, и две компании от приобретения металлопроката перешли к обсуждению более тесной интеграции. На повестке стоит вопрос создания практически готовых элементов путевой структуры SkyWay. Очевидно, что устранение лишнего звена в цепи производства делает конечный продукт более качественным и экономически выгодным, сокращая при этом сроки изготовления, что в набравшем отличный ход проекте является ключевым элементом. Festalpin является одним из лидеров мирового производства канатов для напряженных конструкций, высокопрочной проволоки и стали для штамповки кузовов легковых автомобилей. Среди партнеров компании такие мировые гиганты, как BMW Group, Daimler AG, а ее заводы расположены в Австрии, Китае и США а трудится в подразделениях более 50 тысяч человек. Многие изделия компании не имеют аналогов в мире, соответствуют самым строгим мировым стандартам, а по некоторым показателям даже превосходят их. А теперь перейдем к сводке событий в инновационном центре Skyway в Эмирате Шарджа. На пассажирских станциях второго уровня, совмещенных с анкерными опорами, ремонтной мастерской и станцией техосмотра, ведется внутренняя отделка, Выполняются работы по устройству полов, монтируются внутренние коммуникации. Ведутся работы по устройству промежуточных опор второй линии протяженностью более двух километров. В настоящий момент производится завоз металлоконструкций для монтажа 48 опор. Заканчивается металлизация путевой структуры. Производятся работы по планировке дорог и площадок на территории первой линии. Производится отделка контрольного пропускного пункта, уже установленные окна. В экодоме продолжается внутренняя отделка стены потолков, по которым также прокладываются коммуникации. И завершит наш сегодняшний выпуск рубрика, ставшая для многих из вас любимой ⁇ это день в истории Skyway. Несмотря на многие значимые события начала февраля, многих лет развития проекта, сегодня хочется вспомнить момент из новейшей истории. Год назад два наших экспоната, а именно Юникар и Юнибайк, произвели сенсацию на всемирном правительственном саммите в Дубае, на котором собрались представители 140 стран, территорий и международных организаций, обсуждавшие инновации науки, технологии и глобального управления. Вообще, на Всемирном правительственном саммите традиционно показывают перспективные разработки, которые должны определить облик будущего. В прошлом году в число таких разработок попал и струнный транспорт Юницкого. С целью оценки подвижного состава Skyway нашу экспозицию посетили высшие руководители Объединенных Арабских Эмиратов. Обо всем вышесказанном написали ведущие региональные средства массовой информации Gulf News, College Times, Esquire Middle East и другие. Таков уже традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии струнного транспорта Юницкого. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway Подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. Время еще не истекло. Строй Skyway. Спасай планету.